История русского театра в картинах и макетах, фойе Волковского, о вековом искусстве надевать маски. На выставке представлена хронология и развитие театрального жанра в ключевых фигурах и событиях. Редкие фотографии Станиславского и сценическая летопись, отразившаяся и на европейских странах. Экспозиция приурочена году театра и проходит при поддержке Российского фонда культуры. Театральная история России, которая внедрена в мировую практику, насколько она повлияла на мировой театральный процесс, насколько мы взаимосвязаны все одним театральным движением, насколько театр России смог оказать влияние на развитие немецкого театра, французского театра. Если ты не знаешь, что было до тебя, то сложно будет понимать что-либо, жить в целом. Поэтому историю по-любому нужно знать.